решающий заезд. Ты меня снимаешь? Я узнал то, что у меня с правой стороны есть газовая ручка. Я попробовал ее наклонить вниз. Отель Плаза, Анапа, Витязева. Баста. Всем доброе утро. У нас заключительный день сборов. Сейчас мы идем на пробежку и разбудить Влада Мармелада. За мной. Мармелад! Ебать, какая ты че, дурень, блядь? Пойдем на пробежку. Сегодня мы вам расскажем, как проходит один день на сборах. Это Севка! Вася. Вот этот чувачок, да, здравствуйте, начинает день с пробежки. Начинаю день с улыбки. А вы? Лёх, ты чё по дороге бежишь? Потому что я машина. Понял. Это Алексей Орлов, профессиональный мотогонщик и диджей. Ну а мы подбегаем к горе Позитивчик. Эта гора поднимает настроение всем гонщикам с утра. Вперед! А за горой вот такая красотища. Поактивнее, поактивнее! Ты газ не крути, а плечи разрабатывай. Это видеосъемка запрещена. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? А это Джонни Турбина. У него были проблемы с утра. Че? Поэтому он опоздал. После пробежки обязательно надо потянуться. Погиси, глубже, глубже, Алексей. Идем кушать. Сейчас позанимались с Артемием. Разминка была очень плотной. Через час покушаем и выезжаем на тренировку. Надо плотно покушать после. Плотно покушать работы. Обязательно. Каша, желательно белок какой-то, там яичницу. За жизнь туманную. За кашу манную. Здорово, Балалыч! Здорово! Что, пацаны, делали? Мы бегали. Да, идите на. Чисто база мотокроссменов. Да. Отель Плаза, Анапа, Витязева. Баста. Что ж, мы выезжаем на тренировку. У нас отличная погода, хорошее настроение. 8,5. Ты тупой! 30 выезд! 10:30 выезд! Выезд! Был предупрежден, вооружен! Вы что, дураки совсем? Вы 2 минуты мотор прогревать. И спустись сюда, сейчас выясним, кто дурак, эй. В общем, чим на тренировку полным составом. Сегодня будем делать скраб, вип, джамп, трек, condition so good. Все будет чики-бини-бомбини. Thank you, Bounce. А это старые драконы. Сука, пардон. Заехали на заправку. Брат, заправь 98-го, пожалуйста. Мужик. А? Спасибо большое, держи. 10 рублей, твое спасибо, брат. Счастливо. Чембурка лайф. Лёх, как настрой сегодня на тренировку? Чуть устал, но боевой. Сегодня нас ожидает 20 плюс 2 разминочка, запоминание трассы и 4 заездика по 10 плюс 2 на скорость. И немножечко постартуем. Рэпер, рэпер! Её жопу устроит землетрясение. Майсфу третий класс, нравится твой контракт. Бывает далеко не так, ладятся все ходы, вариваю на пас. Поехали.
Давай, брат, делай красиво, бля. Разминочку проехали, распрыгались. Страша, вам надо было... Мармелад, Мармелад, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. Как вы вообще себя ощущаете на треке Very Welcome? Великолепно. Грациозно. Вырубай нахуй. Долбоёб, ты чё хочешь, блядь? На, скажи погромче. Не говорю, блядь. Научись ездить, долбоёб. Ты меня снимаешь, блядь. Как надо, еще разок покажу. Движуха полным ходом. Народу толпище, просто космос, Америка. Battle for the lead. The first lap on the second race. Решающего заезда. Как же досадно. Владислава, претендента на первое место, не заводится мотоцикл. Владислава завели наши опытные механики. Справились со всеми задачами. Он поехал пробный круг, а ребята уже выстраиваются на старт. Итак, третий решающий заезд. Кто же из этих ребят станет чемпионом Чембурки по суперкроссу? Here we go. Who's gonna take home 100 grand from Vegas? Святослав Раненко, что же произошло, а? Вот такая вот необычная развязка. Недавно Владислав не мог завести мотоцикл, а сейчас он лидирует хорошим отрывом. Алексей Орлов, вторая позиция. Интересно, будет ли у нас формальный титул? И кто победит по сути трех заездов? Святослав на шестой позиции. Этот заезд Владислав Львов чувствует себя очень комфортно. Его техника езды отличная, и он показывает просто невероятно. Смотрите.
Да, это, конечно, заслуживает уважения. Владислав, респект, нигер, просто! Crazy dude! Алексей Орлов, что-то случилось, поэтому сейчас он отстал, но находится все равно на второй позиции. А вот Святослав начинает его догонять. Ну что ж, вот финик. Владислав выигрывает этот заезд. Как вы решились на такой прыжок? На самом деле, я когда смотрел трассу перед тем, как вам поехать, думал об этом, что оттуда можно прыгнуть. Конечно, полет очень круто смотрится, но мне кажется, немного неэффективно, потому что не долетает и получается небольшой отскок. Когда я прыгнул, я узнал то, что у меня с правой стороны есть газовая ручка. Я попробовал ее наклонить вот сюда вниз, и мотоцикл полетел туда. Ну, а если быть серьезным, я не знаю. Я, кстати, ехал, старался держать ход, а этот чувак меня даже догонять начал. Я такой, ё-моё, где же я проигрываю? А я еще нашел такую траекторию хорошую, прям тупо посередине, волны уже слизаны, и я прям полный газ по этим волнам. В предыдущем заезде я догонял его там. Да, я заметил, он сейчас показал очень хорошую скорость, но у него под конец заезда что-то случилось, мы так и не поняли, что... Я ногу вывернул в обратную сторону. Вывернул ногу, да, к сожалению. Было, да. Ну что ж, ребята, у вас получается у каждого по одному первому месту, и сейчас... Ну, на самом деле, рассказывая секрет, мы когда сидели вот с Святославом Проненко, и он говорит, давай Владика пропустим, а то он, ну... Сначала в первом заезде от него хапал шприц, во втором заезде от меня. Но в итоге я на старте просто пропустил. Хотел просто красивый холл-шот сделать, а потом пропустил, чтобы он хотя бы немножко это, ну, не побитый приехал домой. Да, ну, я на... после развил. Вчерашнего дня, когда я сделал 4 холл-шота подряд, я подумал, ребятам надо тоже дать шанс, чтобы почувствовать себя впереди. Вот это хороший ответ. Поэтому у нас равная победа. А вы знаете, что у вас проходил чемпионат Чембурки по суперкроссу, и сейчас мы выявлять будем победителя, кто же стал первым? Получается... Так, Святослав проехал первый, третий, третий. Это получается в 7. Алексей проехал первый, второй, третий. Это 6. И Владислав проехал первый, третий, третий. Это получается 7. Алексей, вы стали чемпионом. Поздравляю вас. Ну что ж, ребята, спасибо вам за красивую езду. Техничную. Втором... Да тихо, новичок, когда приходит в бойцовский клуб, профессионалы, вы знаете, почему не бьют и дают ему ударить? Чтобы он не перехотел заниматься. Так и тебе, братан. Заканчиваем день, впереди обед, потом тихий час, растяжка и ужин. Сегодня заключительный день сборов. Было классно, весело и круто.